Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена начальным настройкам на примере 1С бухгалтерия предприятия, 1С БП. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и, соответственно, адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось, например, неудобно время проведения вебинара, или вы не смогли досмотреть его до конца, то, соответственно, вы можете позже вернуться на сайт и посмотреть. Мы выкладываем запись вебинара, и, соответственно, вы можете посмотреть ее в любое удобное для вас время. Ну и там у нас достаточно много другой информации. Возможно, вы найдете что-то еще для себя интересное. Сегодняшняя наша встреча будет строиться вот таким образом. Программа вебинара. То есть вы видите сейчас на экране, о чем мы будем говорить. То есть мы поговорим про справочники и классификаторы, с чего начинать первые шаги, так сказать, в бухгалтерии. Немножко пройдемся по этапам настройки, по учетной политике предприятия и по настройкам бухгалтерского блока. Ну, соответственно, затронем дополнительный сервис, работу с денежными средствами и проверки дополнительные, которые помогают на первых, особенно порах, правильно вести операции, проверить, правильно ли вы все настроили. Ну, то есть дополнительные сервисы, которые можно использовать с удовольствием, скажем так. Собственно, сегодняшняя наша программа посвящена больше вопросам, которые возникают у новых пользователей. То есть если вы уже работали с бухгалтерией и знаете ее как свои 5 пальцев. Возможно, ничего нового мы вам не расскажем, но, во всяком случае, мелкие плюшечки мы посмотрим, которые, возможно, тоже для вас окажутся интересным. Итак, рассматривать мы с вами будем сегодня все на примере бухгалтерии проф. Я специально делаю акцент именно на проф, то есть бухгалтерия предприятия. У нас может быть нескольких разновидностей, то есть может быть базовая, которая позволяет вести только одно юрлицо, ну и, соответственно, предоставляет минимальные возможности по настройкам и так далее. Может быть проф, которая имеет более расширенные функции, и может быть бухгалтерия корп. Бухгалтерия корп, ну, это, наверное, самый такой крутой вариант. То есть, на самом деле, у нее расширенные права. Она заточена на работу с госзаказами, на работу с обособленными предприятиями, подразделениями, вернее, как выделенными, так и не выделенными на собственный баланс. Поэтому, в общем-то, бухгалтерию корп мы не будем на начальном этапе рассматривать, потому что там уже требуется знание как бы первоначальных настроек и на что они влияют. Итак, вы купили предприятие 1С бухгалтерию, и теперь у вас стоит задача начать с ней работать. С чего мы будем начинать? Я сейчас покажу слайдик, потом мы с вами переместимся в этот раздел, в демо-версию, посмотрим это, ну, так сказать, руками. То есть, когда мы запускаем программу, у нас есть меню «Главное», и в нем собраны, скажем так, ну, наиболее значительные настройки, которые первоначально нужно сделать. И обратите внимание, вот у меня блок «Информация», и здесь есть вот такой пункт «Знакомство с программой». Сейчас мы переключимся на демо-базу в этот раздел. Вот он у нас раздел «Главное», и вот он у нас раздел «Информация». Вот она, знакомство с программой. То есть здесь я почему вначале хочу рассказать про этот сервис. Здесь очень хорошо структурированная информация. И, соответственно, вот вы видите пункты, в которые можно провалиться и почитать информацию по данному конкретному пункту. Информация, повторюсь, еще очень хорошо структурирована. Эта компания 1С размещает, так сказать, помощь для тех, кто первоначально осваивает программу. Ну и посмотреть, что здесь написано, вы можете самостоятельно. Я не буду сейчас на этом останавливаться.
Единственное, что скажу, что, допустим, вопросы, которые возникают, это приходили от пользователей, и плюс здесь очень, ну, скажем так, понятно, со скринами показаны разные настройки, которые можно делать. А снова возвращаемся к главному, то здесь есть у нас два таких пункта меню, которые, в принципе, тоже вызывают на первых порах, к сожалению, много вопросов. То есть почему главное? Потому что здесь задаются основные настройки по функциональности программы, по вашим юридическим лицам. Напомню, версия Pro позволяет вести мультифирменный учет, то есть может быть не одно, больше одного юридических лиц вестись в программе, в отличие от базовой, где мы можем вести только одно юрлицо. Ну и, соответственно, настройки, которые будут связаны с тем, что у вас мультифирменный учет. А на начальной странице, собственно, задаются настройки по, если можно так сказать, общим функциям, которые будут использоваться для всех ваших юрлиц. Ну и, соответственно, по ним нужно будет пройтись, чтобы установить те значения, которые годятся для вашего юрлица. Обратите внимание вот на что. В бухгалтерии учетные политики и другие настройки даются конкретно в привязке с вашими юрлицами. То есть вот я могу выбрать те юрлица, которые у меня есть, и, соответственно, учетная политика будет привязана к конкретному юрлицу. А также были построены и предыдущие, в предыдущих версиях настройки. В более серьезных программах, больших, ну, типа ERP, немножко другая ситуация. То есть там учетная политика создается как отдельная строка справочника, и мы можем создать, например, одинаковые настройки для предприятий, которые находятся на общем режиме, то есть юридические лица, которые применяют общую систему налогообложения. И в последующем, если мы создаем еще одно юрлицо, то мы просто выбираем из списка нужную учетную политику. В бухгалтерии такой фишки нету, и, соответственно, мы для каждого юрлица должны изначально настроить общие настройки выполнить, ну и, соответственно, учетные политики. Что у нас здесь есть, на что нужно обратить внимание? Ну, во-первых, как мы помним, учетная политика утверждается в конце года, в декабре, и приказ о введении новой учетной политики должен быть издан декабрем, тогда с января начнет действовать ваша учетная политика. Если у вас новое предприятие, вновь организованное, то, соответственно, с момента регистрации. А в противном случае, если вы учетную политику издадите указ об ее утверждении, например, 1 января, то весь год будет ваша организация без учетной политики, потому что действие учетной политики начнется со следующего января, со следующего года. И, соответственно, смотрим, что у нас здесь нужно отметить. Вот такие вот поля, где надо проставить зеленую галочку, чекбокс так называемый. Вот видите, когда я что-то проставляю, то здесь добавляются поля для заполнения, ну и, соответственно, новые данные, которые нужно будет внести. Учет выпуска продукции по данным продаж, это немножко, так сказать, в обратном порядке, то есть мы не оформляем выпуск готовой продукции как положено. То есть обычный цикл это у нас идет передача в производство, изготовление, отчет производства и оприходование готовой продукции на склад. Ну, например, склад готовой продукции. Если мы проставляем вот здесь вот флажок, то у нас получается, что мы идем от конца, то есть у нас есть продукция, которую мы продали, и уже на основании этого делается выпуск о производстве. Ну, соответственно, видите, здесь есть некоторые позиции, которые уже не активны и уже я не могу их корректировать. На самом деле, это просто смысл в том, что такие настройки задаются в другом режиме,
в другом месте, и здесь я уже вижу выбранные мной настройки, которые я делала в других разделах. Но тем не менее, есть и поля, которые необходимо дозаполнить. То есть, ну, вы видите меню, которое у нас есть, и подсказочки. То есть обратите внимание вот на такие вопросительные знаки. Это тематическая подсказка, которая позволяет сориентироваться, если я еще ничего не знаю в программе, то, используя вот эту тематическую подсказку, я вижу, что у меня должно быть, ну, как минимум на выходе. То есть, соответственно, что я должна буду заполнить. Снова вернемся в раздел «Главное» и, собственно говоря, посмотрим, в каком порядке необходимо нам заполнять первые сведения. То есть понятно, что в первую очередь я должна настроить функциональность программы, то есть что я буду делать и какие у меня, например, юридические лица, производственные, торговые, какие-то другие. И настроить учетную политику. Но мы будем ее настраивать не через этот раздел, а через меню администрирования. Сейчас я скажу про него поподробнее. И вот здесь особенно обратите внимание на начало работы. То есть это ввод первоначальных остатков делается. Он уже после того, как вы настроили, сделали первоначальные настройки, создали учетную политику, ну и, соответственно, задали, так сказать, правила работы вашей конфигурации. И здесь есть еще один очень интересный момент. То есть обращение в техническую поддержку вы можете, если вы являетесь пользователем ИТС, то, соответственно, вы можете задавать вопрос, то есть вести переписку с фирмой 1С. А теперь мы с вами переходим в раздел администрирования. Сейчас мы снова вернемся к слайдику и посмотрим пару слайдиков, а потом вернемся снова в этот раздел. Так, наши слайды. У нас с вами на начальной странице вы увидите вот такое меню. Скомпоновать вот эти вот блоки, то есть что будет для вас видно, вы сможете сами. Мы потом посмотрим настройку вот этих блоков. Но здесь, как вы видите, дается оперативная информация, то есть сколько у нас денег, кто кому сколько должен, то есть сколько должны нам, сколько у нас авансов, какие задачи должен выполнить работник, который работает с конфигурацией. И то, что мне больше всего хотелось вам показать, это раздел «Методическая поддержка». То есть кроме того, что сведения о программе мы можем посмотреть через вот это меню «Знакомство с программой», у нас еще есть мониторинг законодательства. То есть здесь достаточно подробно и понятно объяснены сведения, которые будут введены, то есть которые мониторинг законодательства, то есть что наши законодатели нам подкинули. Ну и, собственно говоря, здесь достаточно хорошо сгруппированы все сведения законодательные, сведения о программе, сведения из информационных систем, то есть 1С, ИТС. ИТС – это у нас информационно-технологическое сопровождение. Ну и, соответственно, если у вас подписка ИТС Проф, то вам будут доступны бесплатно некоторые функции. Если ИТС Техно, то эти функции вам будут доступны за дополнительные деньги, но на самом деле это достаточно дружественные цены. То есть, например, проверка контрагента на год будет стоить порядка 4800 рублей. Согласитесь, если это разделить на 12 месяцев, то получится вполне себе дружественная сумма. И вот раздел, который нас, собственно, интересует в первую очередь, это администрирование. Администрирование – это мы, в принципе, задаем технические параметры работы нашего предприятия. Ну и, соответственно, кроме этого, есть некоторые сервисные функции, которые обеспечивают удобство работы с программой и с настройками. Вот мы сейчас снова переключимся на демо-базу. Вот он у нас, раздел администрирования. Обратите внимание на интерфейс. То есть сейчас вот вы видите у меня с левой стороны поле, на котором размещена
линейка с пиктограммами и с возможностью перехода в другой раздел. Это вот такой интерфейс называется интерфейс такси. На первых порах это достаточно кажется неудобным после классического интерфейса, но на самом деле, во-первых, быстро привыкаешь, а во-вторых, здесь есть очень удобная функция, то есть они сбоку расположены и не занимают, вот как вы видите, у меня есть линейка нашего собрания, и на самом деле остается больше места для выведения нужной вам информации. Значит, сначала нам нужно настроить функциональность, то есть задать, какие функции будут у нас работать в конфигурации. Здесь опять хочу немножко отвлечься, то есть, например, в бухгалтерии у нас практически весь функционал, который мы видим, мы можем сразу использовать. Например, в ERP достаточно много есть скрытых разделов, которые для того, чтобы с ними работать, нужно активировать, то есть проставить чекбокс, что мы будем использовать этот функционал. Тогда нам будут доступны уже пункты меню, которые содержат документы из этого раздела, ну, соответственно, какие-то дополнительные отчеты и так далее. То есть вы видите, у нас есть столбик настройки программы, и первым стоит функциональность. Что это такое? То есть мы открываем и видим список как бы функциональных опций, которые могут быть использованы. Ну, первое, главное, это что у нас будет видно. То есть мы можем выбрать полную функциональность, можем выборочную и основную. То есть по умолчанию в этих функциональностях немножко расширены или наоборот убраны. Не функционал, извините, запуталась в русских словах. То есть функционал у программы остается полный, но видимость в журналах будет немножечко отличаться. Если у вас предприятие, например, не занимается производством, то вы можете выбрать выборочное. То есть, например, если вы ведете только розничную торговлю или оптовую торговлю, в этом случае вам производство не нужно. Если у вас, допустим, производство будете использовать и будете использовать немножко торговлю розничную, немножко оптовую, то, конечно, лучше выбирать полную функциональность. Я у себя выставляю полную функциональность, и, соответственно, мне будут доступны блоки и по производству, и по торговле, и по розничным продажам, ну, то есть все функции, которые предусмотрены в программе. Ну, следующее по значению – это банк и касса. Хочу напомнить еще один момент. То есть бухгалтерия предприятия – это программа, которая рассчитана на небольшое предприятие с небольшим количеством работников, то есть до 50 человек. И, соответственно, если вы хотите вести холдинг там, на несколько тысяч человек, сотрудников, то вам уже нужно рассматривать другие конфигурации, которые заточены именно под такие крупные предприятия, подхолдинговые системы и так далее. Ну и стоимость, естественно, у них будет уже совсем другая. Значит, при работе с банком и кассой мы должны отметить, будем ли мы использовать эквайринговые операции, то есть будем ли мы работать с платежными картами. Как только мы проставляем в блоке вот эту отметочку, чекбокс, у нас станет доступна работа с эквайрингом. Электронные сертификаты, ну, как вы видите, могут быть, могут не быть, и мы проставляем их все изначально, потому что, ну, а вдруг завтра случится такая ситуация, когда мы начнем с ними работать. Платежи по реестрам. Это в основном касается реестров, например, по заработной плате, ну, возможно, каких-то еще реестров по платежам. Поэтому мы ставим здесь отметочку. Онлайн-касса – это возможность подключения кассового оборудования, то есть кассы, которые будут работать в режиме онлайн, то есть кассовые чеки, возможность работать с кассовыми сменами
и так далее. Ну, инкассация чаще всего проставляется, потому что сейчас очень редко кто бегает с мешком денег и носит их самостоятельно, там, допустим, в банк. Чаще всего используются услуги инкассаторских служб, либо банковских, либо инкохран. И, соответственно, чтобы можно было работать с этим блоком, мы тоже проставляем отметочку. А денежные документы. Это в основном для командировочных, для отпускников, то есть когда вы работаете с электронными документами, или работаете с какими-то другими денежными документами, мы тоже ставим такой флажок. Обратите внимание, здесь нужно, чтобы работали эти блоки, нужно выбирать полный интерфейс. То есть, как подсказочка, возле таких блоков вот стоит такое напоминание, выделенное цветным текстом. И платежные требования. Ну, в принципе, сейчас больше бюджетные организации, наверное, работают с платежными требованиями. Но если у вас заключен договор с банком и с организацией, то, например, согласно такому договору, с вас могут списывать инкассово какие-то суммы, или наоборот, вы можете инкассово списывать какие-то суммы. То есть флажок тоже должен быть. Здесь вам идет напоминание, то есть это в каждом из разделов есть, что мы не можем отключить. То есть то, что должно по умолчанию быть установлено. То есть вы видите, в нашем случае это статьи движения денежных средств и операции инкассации. Дальше работа с запасами. Напомню, что у нас было принято ПБУ, ФСБУ, извините, 5/2019, то есть это, соответственно, новые стандарты бухгалтерского учета, где по запасам достаточно были масштабные изменения, и работа с запасами должна быть настроена, то есть что вы будете учитывать при работе с запасами. То есть у нас теперь к запасам относятся и то, что раньше учитывалось как основные средства, то есть если срок использования больше года, то это основные средства, если меньше 12 месяцев, то это у нас будет относиться к запасам, и, соответственно, чаще всего это 10-й счет. То есть, во-первых, будет ли у вас возвратная тара, потому что если, например, у вас небольшой розничный магазин, у вас может и не быть возвратной тары, а если вы работаете с какими-то производственными блоками, то у них возвратная тара вполне может принимать участие. Поэтому вот этот флажок зависит от того, чем вы планируете заниматься. Комплекты номенклатуры. То есть, если у вас из различной номенклатуры собирается, комплектуются какие-то новые единицы. Малоценное оборудование и запасы, то есть это нам будет доступно только при полном интерфейсе. И спецодежда, то есть это у нас было упомянуто в ФСБУ 5/2019. И обратите внимание еще на одну новую функцию, которая используются, это путевые листы. Поскольку с этого года у нас введен электронный документооборот по транспортным операциям, то в этом случае мы можем выписывать путевые листы, товаросопроводительные документы и договора в электронном формате. Ну, соответственно, для этого нужно будет настраивать право подписи и электронный документооборот. А раздел расчет у нас тоже, собственно говоря, на него надо обратить отдельное внимание, потому что здесь у нас работа с госзаказами. То есть, если у вас есть какие-то госзаказы или вы планируете с ними работать, то обязательно нужно проставить вот сюда отметку. Факторинговые операции, ну, к сожалению, у мелких предприятий они не очень распространены, в основном это крупные предприятия используют. То есть, ну,
Жить оно не помешает. Отметочку вот эту лучше поставить. Контролируемые сделки обязательно обратите на них вопрос. Извините, не вопрос, а внимание, потому что контролируемые сделки и крупные сделки это не совсем одно и то же. То есть по контролируемым сделкам есть большой риск пересчета цены реализации, и с виртуального дохода могут быть начислены совершенно конкретные невиртуальные налоги. Поэтому контролируемые сделки мы всегда отмечаем. Ну и если вы работаете с самозанятыми, то, конечно, вот здесь должна стоять отметочка. Потому что в этом случае у нас будут и отчеты немножко другие, и будут формы регламентированной отчетности затронуты. И вот здесь обратите внимание, учет по договорам. Учет по договорам, это значит, что мы, ну, например, у нас есть юридическое лицо, с которым есть дежурный договор, и мы работаем с ним дальше без учета конкретных заказов, заявок и так далее. То вот в этом случае мы вот здесь вот должны просмотреть все ли у нас отмечено. Есть другой вариант работы, то есть мы работать можем не по договорам, а по заказам. В этом случае у нас уже будет другая специфика, и, соответственно, нужно будет обращать внимание на другие особенности. Если вы работаете на общем режиме, то есть общая система налогообложения, то вот здесь вот обязательно должны быть у вас отметочки, потому что есть ситуации, в которых налоговым агентом выступает покупатель. Случаи, когда это применяется в налоговом кодексе, перечислены. В этом случае получается, что вы не должны выставлять НДС со счет фактуры, это делает покупатель. Это, собственно, касается металлолома, сырых шкур и так далее. И планирование платежей. То есть это нам необходимо для планирования кассовых платежей, и не только платежей, чтобы не возникало кассовых разрывов. То есть планирование в очень урезанном формате в бухгалтерии тоже присутствует. То есть мы можем указывать сроки оплаты, то есть когда мы ожидаем денег или когда мы должны платить деньги и так далее. А блок торговля, то есть это блок работы с денежными средствами, блок торговля, как вы видите, предусмотрена розничная, комиссионная торговля, внешняя торговля и раздел обязательно маркировка вынесена. А розничную торговлю мы затронем вскользь, потому что здесь на самом деле именно как настроек немного, всего две. Комиссионная торговля тоже, в принципе, здесь не очень много настроек. А вот во внешней торговле сейчас появился режим работы, например, в ERP есть режим импорт, где предусмотрена возможность учета операций в валюте, соответственно, растаможка и так далее. То есть здесь мы в этом случае проставляем флажочки. Экспорт товаров это, соответственно, отдельный режим. То есть его не надо путать с реализацией, когда счета фактуры выписывает покупатель. То есть в этом случае у нас формируется комплект документов с нулевой ставкой, которую мы сможем применить только после принятия налоговыми органами декларации, которая, то есть после подтверждения нулевой ставки. А вот обязательно маркировка, обязательно нужно проставить флажок, что продажа средств индивидуальной защиты и маркировка. То есть маркировка у нас пошла сейчас уже достаточно далеко вперед. Как вы знаете, сейчас вводилась маркировка на другие товары, то есть на обувь, на кожаную обувь. Сейчас планируется на соки, квасы, воды и так далее. Поэтому на маркировку обратите внимание. По ней, правда, ну, там требуется достаточно много дополнительных настроек и телодвижений, но тем не менее. Производство, если оно у вас будет, и вот основные средства, то есть то,
где у нас происходили в прошлом году изменения, потому что ФСБУ, которые регулируют работу с основными средствами, то есть 26 дробь 2020 и 6 дробь 2020, соответственно, вот видите, здесь эти отметочки должны стоять и должны соответствовать вашим реалиям. Сотрудники, то есть мы можем вести заработную плату в бухгалтерии, мы можем начислять заработную плату сотрудникам, но функционал немного урезанный. То есть в бухгалтерии при расчете среднего заработка для, например, больничных листов, для оплаты больничных листов, для оплаты отпускных, у вас сильно урезана функциональность по сравнению с конфигурацией зарплата и кадры. И абсолютно такая же ситуация с кадровым учетом. То есть вы можете делать отчеты, например, ЕФС-1 новый отчет. Вы сможете спокойно все составлять, но рассчитывать сложные какие-то начисления, например, с учетом выработок, премиальных, совмещений и так далее. В бухгалтерии такая возможность не предусмотрена. То есть возможность ведения окладной системы, возможность ведения табеля. Но большинство таких функций кадровых в бухгалтерии будут нам недоступны. Ну и, наконец, сведения про организацию. Как вы видите, у меня проставлен учет по нескольким организациям, я не смогу его уже убрать, потому что у меня есть данные на несколько организаций. И работа с обособленными подразделениями у меня тоже выставлена в учетной политике, и уже есть документы, поэтому я их не смогу, вот эти вот галочки, снять, видите, они у меня не активны. И на закладочке дополнительно вы видите дополнительный расширенный функционал, который тоже дается при полном интерфейсе. Мы с вами сейчас отсюда выйдем. Нет, мы не будем сохранять изменения. И снова вернемся к нашим слайдикам. Мы с вами вот остановились вот на этом слайде, то есть когда мы в меню администрирования заполняли раздел «Функциональность». Следующий раздел, который нас будет интересовать в разделе администрирования, это раздел обслуживания. К сожалению, про него обычно не очень много дается информации, потому что он в основном, ну, чаще всего касается IT-специалистов. Но, тем не менее, для бухгалтеров здесь тоже есть пару важных таких плюшечек, если можно сказать. Значит, меню администрирования и выбираем меню обслуживания. Здесь больше технически, то есть журнал регистрации, что делали пользователи. Можно сравнить активных пользователей, посмотреть, что они делали. То есть вот это очень такой забавный режим, особенно для директора, то есть такой небольшой шпиончик. Если мы переходим в меню «Активные пользователи», мы видим тех, кто на данный момент у нас работает. Собственно, для главбуха это режим обычно, ну, которые редко используются, потому что это фактическая регистрация, кто заходил. Важна она только на тему, что кто-то работал, не закрыл сеанс, и запись о том, что сеанс открыт, у нас продолжает висеть. То есть позволяет поймать, так сказать, недисциплинированных сотрудников. А вот следующие отчеты и обработки, отчет администратора. Вот это достаточно показательный вид отчета, потому что здесь у нас видно не только, кто был и сколько был в системе, но и что конкретно делал. То есть, когда возникает вопрос, а чем ты был занят с понедельника по пятницу, вот этот режим дает очень наглядную картину того, что все-таки у нас происходило. И остановиться я здесь хочу на обслуживании программы на двух моментах. То есть то, что обычно часто используется и на самом деле нужно в ежедневной работе. То есть вот вы видите, у нас есть вот такие разделы. Активность одного пользователя, активность. Здесь можно вывести группы пользователей.
Ну, дальнейшее мы смотреть не будем, потому что они с настройками не очень связаны. Ну и поставим по одному, чтобы можно было сориентироваться, что это такое. То есть, когда формируется отчет, здесь в очень наглядной форме показывается, мы выбираем пользователя, показать все. Формируется и график с перечислением, сколько документов я изменила, сколько справочников я изменила, сколько было одновременно там пользователей в системе работало и так далее. К сожалению, очень долго формируется отчет. Ну, ладно. А пока он формируется, я вам расскажу немножко дальше. То есть у нас получается в этом разделе мы можем посмотреть, кроме того, что вот сейчас будет отчет, то есть наш маленький шпиончик сработает и покажет, а не все так просто, извините, у меня в этой демобазе не получится. То есть нужно, чтобы были введены пользователи с разными, ну, как бы с разными полномочиями, и тогда я смогу посмотреть не только в графическом виде, то есть я могу посмотреть и график, и отчет в табличной части, ну, то есть проанализировать, как у меня люди работают, загружены или наоборот, недозагружены и так далее. А то, что нам надо на практике обычно, это корректировка данных. То есть, несмотря на то, что все вот эти пункты нам важны, регламент на операции мы, собственно говоря, бухгалтера используют очень редко. Копирование и восстановление тоже, потому что настроить создание копии лучше вообще до того, как вы начали работать с программой, и сохранять, например, в ночное время, и держать копии, например, там 3-4 дней, после чего они могут или стираться, или переходить в архивное хранение. А вот то, что нужно достаточно часто, это, во-первых, групповое изменение реквизитов. То есть, если вы выбираете, например, список каких-то документов, и у всех хотите изменить ставку НДС, ну, то в этом случае вот групповое изменение реквизитов можно использовать. Но самый, как бы, такой удобный и комфортный, это вот этот блок поиска удаления дублей. Это обработка, которая позволяет отловить дубли. Чаще всего дубли встречаются в справочнике контрагенты, в справочнике номенклатура. В этом случае мы задаем задаем, что конкретно мы ищем. То есть, например, мы ищем контрагентов или банковские счета мы задублировали. Ну, то есть то, что мы хотим проверить на наличие дублей. И, соответственно, задаем правила отбора. То есть либо мы все документы, либо мы ищем документы с какими-то конкретными, например, текст платежного поручения или текст акта выполненных работ. Ну, то есть задаем поиск, и программа находит у нас дубли и отмечает, сколько, с каким дублем выполнена операция. То есть, например, мы нашли, что контрагент у нас там Иванов имеет 5 дублей, из них Иванов без пробела будет 10 раз выбран в документах, Иванов пробел там с точкой, например, будет 5 раз. То есть мы задаем те дубли, которые наиболее часто использовались. В этом случае остальные дубли будут заменены, то есть они будут не удалены, ничего, а в справочнике будет происходить замена на тот дубль, который мы назначили основным. То есть это самый корректный, безболезненный режим, ну, поиска дублей, так это точно. Снова мы с вами вернемся в администрирование. Это у нас было обслуживание. Значит, обращаю внимание, поиск дублей и удаление объектов. Это два наиболее часто применяемых, ну, как бы, вида операций. И, соответственно, удаление помеченных объектов, то, что используется всегда, то, что используется, ну, в общем-то, всеми. И здесь есть одна тонкость.
Обычно как бы процедура удаления состоит в том, что объект сначала помечается на удаление, а потом уже вот через этот режим удаляются помеченные объекты. Опять, к сожалению, не зависла. То есть смысл в том, что когда вот запускается это меню, то есть возможность отключить вот этот предварительную проверку и сделать удаление сразу. Это очень опасно, то есть советую, когда вы будете просматривать этот блок, не выбирать автоматическое удаление и не снимайте проверку, потому что особенно на первых порах можно будет удалить то, что вам нужно. Нет, прерывать мы будем. К сожалению, у нас не так много времени, чтобы ждать, пока он сработает. Снова вернемся к нашим слайдам, пока у нас программа. И корректировка данных, напомню, это у нас с вами удаление объектов и поиск дублей. Снова выходим из этого режима, возвращаемся в администрирование. И то есть у нас, видите, сначала мы функциональность посмотрели, потом обслуживание. И еще один блок, это у нас общие настройки. То есть общие настройки — это задание, ну, как бы функционала того, что вы хотите видеть в программе. Здесь тоже вы проходите все по своему, настраиваете под свои реалии, как у вас планируется бизнес. Ну и, соответственно, после того, как вы в режиме администрирования заполнили функциональность, посмотрели раздел обслуживания и выполнили общие настройки, вот, в принципе, после этого можно начинать фактически работать. Потому что практически во всех документах недостающие или недозаполненные справочники вы можете заполнить по ходу заполнения документов. А вот эти настройки, которые мы сейчас с вами посмотрели, по ходу работы с документами мы настроить уже не можем, потому что это, так сказать, вы задаете конфигурацию своего автомобиля, что у нее будет. А вот уже использовать того, что вы захотели, вы сможете через работу с документами по ходу работы с программой. Единственное, что еще здесь у нас с вами находится, это настройка полей права пользователей. По умолчанию у нас есть настроенный пользователь, то есть при установке программы он создается. Ну а дальнейшие права, редактирование прав пользователей вы можете вот в этом режиме выполнять. То есть вы можете чаще всего здесь тоже по умолчанию заданы определенные настройки. Если вам требуется расширить или наоборот урезать кому-то права, то вы можете это сделать вот в этом разделе. Так. Раздел органайзер — это, в принципе, больше, ну, скорее всего, можно сравнить с дневником, с вашим, где вы записываете себе, что надо сделать, кому написать, кого куда послать и так далее. И обратите внимание, здесь у нас в этом разделе администрирования находятся блоки для работы с маркированной продукцией, то есть интеграция с честным знаком, с документооборотом, ну, то есть вот дополнительные интеграции с сторонним программным обеспечением, если оно вам надо. То есть, если вы, например, работаете с ВИТИСом, Меркурием, с честным знаком, ну, то есть какие-то вот эти используете необходимые сервисы. Снова мы с вами возвращаемся к администрированию, то есть практически то, что необходимо для первоначальных настроек, мы с вами задали. А вот теперь у нас с вами на первое место выходит учетная политика, потому что, соответственно, общие настройки программы у нас уже есть, а теперь нам надо каждое юрлицо создать для него свою учетную политику.
потому что, может быть, у вас кто-то, например, упрощенец, кто-то на общем режиме. Ну, то есть разные ситуации. Настроить учетную политику мы можем в карточке организации. То есть вот открываем меню «Главное», и вот у нас список наших организаций. Сейчас мы откроем. Поскольку я включила мультифирменный учет, то у меня поэтому сейчас переход открывается журнал список моих организаций. То есть вот у меня есть один эпизод, у меня есть еще один эпизод, у меня есть обычное юрлицо. Ну, соответственно, вы вносите сюда те юрлица, которые вы планируете ввести в этой конфигурации. Я сейчас вот нажала на перестройка, это называется у меня юрлицо так, и мы с вами попадаем в карточку организации. Здесь обратите внимание префикс. К сожалению, часто возникает вопрос, что такое префикс, зачем он вообще нужен и все такое. На самом деле префикс – это возможность идентифицировать документы, которые относятся к конкретному юрлицу. То есть, например, вот я перестройка, я написала ПС, я взяла заглавные буквы. Поэтому в журнале документов я буду видеть документы, которые созданы для этого юрлица, у меня будут иметь префикс перед своим номером. То есть этот префикс у меня не будет отражаться ни в печатных формах, ни в отчетах. То есть это будет для того, чтобы нумерация документов, которые относятся к этому юрлицу, была обособлена. А если мы не проставим префикс, то у нас будет сплошная нумерация. То есть, если, например, у меня три юрлица, они не будут иметь префикса, то документы, ну, например, реализации, будут идти сквозной нумерацией. То есть, первое документ реализации у нас может относиться к перестройке, второй может относиться к ИП, третий к другому ИП и так далее. Функция заполнения по ИНН. То есть, если вы подключены к интернету, если у вас выход в интернет, то вы можете ввести только сюда только номер ИНН, и остальные ваши сведения про предприятие будут заполнены по ИНН. Берутся эти сведения из открытых источников, то есть налоговых органов и так далее. И, соответственно, вот здесь вот заполнится вся информация уже точно, без ошибок, без опечаток. То есть это, в общем, кнопочка для ленивых, позволяет, во-первых, избежать ошибок при вводе сведений про организацию, ну, а во-вторых, заполнить все поля, даже если вы, например, не знали, что это поле надо заполнять. Дальше система налогообложения. Вот вы видите, у нас есть гиперссылка, то есть выделена синим текстом и подчеркиванием. Это гиперссылка, по которой мы можем перейти к настройке другого блока. То есть мы можем настроить общий режим у меня или у меня другой какой-то режим, упрощенка, например. Или сейчас есть новый режим автоматической упрощенной системы налогообложения, который имеет ряд очень интересных преференций, но пока месть она применяется в тестовом режиме, то есть как пилотная функция, и применяется только в четырех округах, то есть это Москва, Московская область, Калуга и Татарстан. Но практически планируется, что она будет применяться всеми муниципальными подразделениями, и, собственно говоря, здесь вот идут настройки, которые для этой системы будут сделаны. Ну, поскольку у меня выбрано общее, то есть это я плательщик НДС, плательщик налога на прибыль, плательщик всех остальных налогов, то, соответственно, у меня в соответствии с этими требованиями и настройки сейчас выполнены. Основной банковский счет. То есть это вы задаете сведения, которые чаще всего содержатся либо в данных из ЕГРЮ, ну там, естественно, банковский счет не указан. То есть, соответственно, вы банковский счет указываете как
Как у вашего предприятия открыть счет, с кем договор, с каким банком. И обратите внимание в программу. У нас шит классификатор банков, и достаточно часто, поскольку, к сожалению, сейчас сведения о банках меняются достаточно часто, то программа на меню вот начальной страницы опять, то здесь будет написано, что задачи, которые делаются, там обновить, допустим, классификатор банков. Не забывайте про это, потому что потом возникают проблемы при формировании и отправке платежей. Так, сейчас мы отсюда уйдем из этого. Так вот, вернемся в карточку нашей организации. Как вы видите, здесь достаточно много сведений, которые касаются регистрационных данных, то есть это адрес, видите, подсказочки и переходы по гиперссылкам. Ну и, соответственно, задаются параметры, как должны быть указаны телефоны, факсы, подписи. То есть вот здесь вот у нас подписи задаются ответственных лиц, то есть руководитель, главный бухгалтер, кассир. То есть для того, чтобы вы здесь могли указать этих трех богатырей, нужно, чтобы в справочник физические лица были уже тоже внесены сведения. Вы можете использовать ваши логотипы, например, и печать. А вот подпись руководителя, подпись главного бухгалтера, вот здесь вот задумайтесь, пожалуйста, потому что на самом деле факсимили имеет достаточно ограниченное применение. И чаще всего документы, которые содержат данные о товаро-материальных ценностях, о денежных средствах, к сожалению, на таких документах факсимили не должно использоваться. Ну и, собственно говоря, остальные сведения, вот здесь вот на что нужно обратить внимание. Налоговая инспекция. Здесь вы должны заполнить вашу налоговую инспекцию, то есть ту, в которой вы зарегистрированы. Список налоговых инспекций, куда может быть подаваться какая-то отчетность или переписка, есть отдельно, то есть это можно дополнительно еще посмотреть и заполнить список налоговых инспекций, если, например, у вас есть обособленные подразделения, вы сдаете отчетность, ну, например, НДФЛ, по НДФЛ в другие регионы, соответственно, в другие налоговые инспекции. Коды пенсионного фонда и коды статистики. Это берется из сведений о регистрации, но сейчас вы знаете, эти фонды объединены. То есть у нас объединенный социальный фонд, но тем не менее регистрационные данные и в пенсионном фонде, и в фонде соцстраха у нас здесь еще указываются. Ну и, собственно, остальные сведения тоже заполняются либо из ЕГРЮ, либо из других источников по вашим регистрационным данным. Но, тем не менее, это вот мы с вами заполняем карточку юридического лица. Кроме этого, видите, у нас вот здесь есть вверху линейка гиперссылок, которые позволяют внести тоже сведения, то есть мы можем банковские счета внести. Если, например, у вас несколько банковских счетов в разных банках, то здесь вы в журнале можете задать соответственные другие банки. При этом вот этот зеленый флажок, чекбокс, показывает, какой банк у нас выполняет роль основного, то есть через который вы, например, чаще всего работаете. У вас может быть создан банк, в котором вам выделена кредитная линия или так далее, ну, что-то другое. Ну, то есть, соответственно, вот здесь ставим курсор на нужную позицию и нажимаем вот эту кнопочку «Использовать как основной». Еще одна так, организация. Значит, вот я беру все-таки перестройку. Значит, дальше у нас есть подразделения. Если они у вас присутствуют, то их надо будет заполнить. И учетная политика. То есть вот мы добрались до основного, что нас интересовало в настройках по конкретному юрлицу. Ну вот я возьму ту, которая у меня сейчас действует.
Значит, соответственно, я выбираю организацию, выбираю период. То есть, если у меня, ну, пусть будет январь, так вообще на самом деле мы выбираем вот из справочника, с какого момента она действует. И выбираем вот это, я вам уже говорила, то есть это обратный ход регистрации продукции. И вот здесь мы задаем посредний либо FIFO. FIFO, видите, здесь у нас все-таки есть пояснение, что это такое, когда используется. Ну, если производство, то в большинстве случаев вы используете посредний. Если вы упрощенец и у вас кассовый метод, то вы тогда выбираете FIFO. Способ оценки товаров в рознице. То есть работаете ли вы с торговой наценкой. То есть либо по стоимости приобретения, либо по продажной стоимости. Учет затрат. То есть здесь вы тоже выбираете, какой счет. То есть если у вас торговля, вы, например, 44-й выберете. Если у вас производство, то здесь, значит, будет нужно смотреть 26-й либо 25-й. Учет расходов. То есть будете ли вы использовать аналитику по номенклатурным группам, по МСФО или по статьям затрат. Будете ли вы использовать 57-й счет, потому что 57-й счет, ну, это практически у нас транзитный счет. И, соответственно, если у вас акваринг, то с акварингом вы по-любому будете 57-й счет использовать. Ну, собственно, здесь уже дальше идут отметки, которые касаются использования или неиспользования наших ФСБУ. То есть 25-го, 26-го, это то, что касается основных средств. А 18-е ПБУ, обратите внимание, если вы используете 18-е ПБУ, ФСБУ, то ПБУ собрался вместе, то, соответственно, в этом случае чаще всего выбирается балансовый метод. Ну, соответственно, балансовый метод может быть с отражением постоянных и временных разниц, либо вот без. И состав форм бухгалтерской отчетности. Почему это задается отдельно? Потому что если ваше предприятие попадает под определение малого и среднего предпринимательства, то вы имеете право применять сокращенную форму. Соответственно, в этом сокращенную форму регламентированной отчетности, то есть это сокращенная форма баланса, ну и декларации, если по упрощенке. Значит, в этом случае вы ставите отметочку вот тут, то есть для малых предприятий, либо если у вас некоммерческое образование. Во всех других случаях вы ставите в полный, и в этом случае у вас формируется баланс, то есть сам баланс, форма номер один и пять приложений к ним. То есть форма 2 – это прибыли и убытки, ну и так далее. Вот после того, как вы настроили вот эти вот все сведения, только после этого вы можете переходить к работе с документами уже конкретно по этому юридическому лицу. В этом случае у вас корректно будут отрабатывать закрытие месяцев, и корректно будут формироваться другие регламентированные документы. На самом деле, кроме этих настроек, у нас еще есть кое-что, что стоит сделать до начала работы. То есть мы с вами посмотрели меню «Главное», мы с вами посмотрели администрирование и соответствующие настройки. И дальше нас интересует еще возможность, ну, соответственно, формирования каких-то отчетов. Ну, если отчет руководителю, то это вот, как вы видите, достаточно большой раздел. Это мониторинг, так сказать, деятельности предприятия. Здесь мы в основном формируется отчетность, поэтому здесь настроек мы особых делать не будем. Вот работа с банком и кассой. Здесь, значит, если вы работали, допустим, в предыдущих версиях с бухгалтерией, вы знаете, что должен был задаваться кассовый лимит, и в этом случае программа контролировала наличие соответствия лимита
фактическим остаткам и выдавалось такое, ну, предупреждение. Сейчас вы знаете, что у нас предприятия имеют право работать без лимита, но в этом случае в учетной политике должна быть отметка, что лимит не установлен. А еще один момент – это работа с госконтрактами. То есть работа с госконтрактами – это в первую очередь работа с расчетными счетами, с казначейством и так далее. То есть здесь вот сейчас нам уже настройки делать не надо. Мы написали в настройках, что у нас применяется госконтракт, работа с госконтрактами. То есть, соответственно, здесь у нас задается наименование, номер контракта и через какой банк будет строиться работа с этими госконтрактами. А еще чисто бухгалтерское, то есть понятно, что продажи, покупки и складской учет, это у нас, в общем-то, в основном первичные документы и отчеты. А хочу я обратить ваше внимание еще на режим операции. То есть обратите внимание, если мы переходим в режим операции, то есть считаем, что мы с вами первоначальные настройки уже сделали, сделали учетные политики, общие настройки сделали. Теперь в режиме операции у нас с вами доступен режим операции, введенные вручную. То есть на самом деле это один из удобных режимов, но и опасных. То есть предполагается, что если, например, у вас работает главный бухгалтер, который достаточно квалифицирован для того, чтобы понимать, какая проводка делается, сопровождать какую хозяйственную операцию, то он может работать здесь. То есть через меню «Создать» он выбирает, например, операция, и создает совершенно конкретную проводку, то есть без привязки к документам. То есть это режим быстрый, особенно когда нужно что-то в пожарном порядке ввести. Например, вот вы приобрели программу в середине года, и вам нужно в пожарном порядке там ввести какие-то данные. То да, то есть видите, например, у меня вот проводка дебет 66-го, кредит 44-го. То есть, в принципе, я могу сюда ввести любую некорректную проводку. И предполагается, что человек, который работает с этим функционалом, достаточно квалифицирован для того, чтобы это понимать. Что вводится, например, неправильная операция или что-то я здесь вот косячу от всей души. Во всех остальных случаях у нас есть разделы тематические, то есть продажа, и здесь конкретные документы, к которым привязаны бухгалтерские проводки. То есть вот здесь у нас все сделано правильно, ошибиться уже достаточно сложно, но тем не менее вот такой вот режим у нас есть. И здесь же у нас есть закрытие периода, то есть закрытие месяца. То есть финальные, так сказать, операции по закрытию месяца у нас живут вот в этом меню. И есть еще блок отчеты. И вот посмотреть, какие у нас проводки, где сформировались. То есть у нас есть раздел «Стандартные отчеты», то есть это бухгалтерские, в принципе, отчеты. И есть вот такой замечательный блок «Анализ учета». И здесь у нас есть с вами режим экспресс-проверки. Соответственно, вы видите, здесь у нас есть и анализы по налогу на прибыль, по НДС и по упрощенке. Но экспресс-проверка, она такая достаточно своеобразная, то есть она позволяет проанализировать и бухгалтерские отчеты или там какие-то операции, и, ну, если можно так сказать, управленческие. То есть вот когда я открываю эту экспресс-проверку, я задаю, соответственно, период, задаю организацию, которая меня интересует. И если я просто нажимаю «Выполнить проверку», у меня может ничего не произойти, потому что я не сделала дополнительных настроек. А дополнительные настройки у нас вот по этой клавише вызываются. И то есть вот видите, у меня по умолчанию
выставлены режимы, сколько всего по учетной политике ошибок накосячило, сколько там в бухгалтерском учете и так далее. Если я использую кнопочку настройки, то вы видите, я могу еще добавить дополнительные разделы для анализа, то есть проверить. Или наоборот, меня интересует только учетная политика. Значит, оставлю чекбокс вот тут, а эти все поубираю. Я оставлю сейчас все, чтобы мы могли посмотреть, что это такое. То есть, вот видите, у меня получается, что кроме того, что анализируется положение учетной политики, ну, видите, я была зайкой, поэтому я никаких ошибок здесь не наделала. Но на самом деле, если ошибка у меня появляется, то, соответственно, будет вот такое вот выделение цветовое. И по плюсику я могу открыть конкретный раздел, где я накосячила. И здесь у меня будет подсказка, что я сделала не так, что при проверке обнаружено неправильного, и рекомендации, как этого избежать. Ну и, соответственно, если я вот плюсик открываю, то у меня идет ссылка на конкретный документ, где я допустил какие-то ошибки. Ну, понятно, что здесь у меня сплошные ошибки, потому что я же закрытие месяцев не делала. То есть, соответственно, у меня будут ошибки, что закрытие месяца у меня не выполнено и не закрыты счета, которые должны закрываться по концу месяца. То есть в этом случае, как вы видите, я могу проанализировать, во-первых, достаточно управленческие данные, то есть состояние учет, положение учетной политики, операции, например, по кассе. Вот операция по кассе тоже очень интересный отчетик, потому что здесь у меня, видите, отсутствие непроведенных кассовых документов. То есть где-то я накосячила документ, создала, а что же я не сделала? Вот, видите, у меня есть пометочка, что непроведенные документы следует или провести, или удалить. То есть я не сделала ни того, ни другого, а в кассе такого быть не может, естественно. И отрицательные остатки. Вот отрицательные остатки – это очень тоже опасная вещь, потому что если у вас где-то есть отрицательные остатки, то при закрытии месяца у вас будет формироваться себестоимость, будут показывать цену дров на Ямайке и так далее. То есть вот это вот, ну, на это нужно обращать внимание. Собственно, запускать эту проверку вы можете когда угодно, в любое время. Экспресс-проверка очень хорошая, особенно если, например, это вы работаете с кассовыми, с наличными документами, с наличными денежными средствами, то, соответственно, программа вам будет искать, где вы, может быть, случайно не провели документ. Может быть, кто-то, вы его провели, но кто-то заходил и потом нечаянно снял пометку на удаление. Ну, то есть разные ситуации бывают. И в меню отчета у нас с вами еще есть раздел регламентированной отчетности, то есть вот это раздел 1С отчетность. Обратите внимание, что 1С отчетность это не только наименование самой отчетности, что мы здесь сдаем балансы, декларации, отчеты и так далее, но это и название сервиса дополнительного 1С отчетность. То есть этот сервис позволяет контактировать напрямую с сайтами фискальных органов, то есть, например, с налоговой инспекцией. И вам в этом случае не нужно тратить время на передачу данных через операторов. То есть, например, СБИС, Астрал, Такском, Контур Экстерн и так далее. Получается, что вы напрямую из программы 1С вы передаете данные, ну, на сайт налоговых органов. И в этом случае у вас, во-первых, экономится время, во-вторых, вы быстрее можете подготовить отчетность, потому что для подачи документов некоторых, например, по требованиям дается достаточно короткий срок, там около 5 дней. Естественно, в этом случае сэкономить 2 дня на пересылке через третье лицо бывает, выглядит очень привлекательно. К сожалению, наше время уже заканчивается. Поэтому мы с вами снова вернемся к слайдам. И, собственно, все, что здесь у нас есть слайдиками, мы с вами посмотрели. Если вам потом будет удобно вернуться в записанный вариант нашего вебинара, вы сможете посмотреть, так сказать, как вехи
что у нас было и про что мы говорили. А теперь разрешите еще раз вернуться к титульному листу. Я хочу напомнить наши контакты, то есть наши электронные почты, телефоны, телеграм-контакты. Напомнить, что вела нашу сегодняшнюю встречу Галина Гардышева, то есть я консультант-аналитик 1С. И мы приглашаем вас к сотрудничеству, будем рады оказать вам любые услуги из серии взаимодействия с программами 1С, то есть это и доработка, и продажа, и установка, и настройка. То есть мы будем рады оказаться вам полезными в любых направлениях деятельности. На этом разрешите с вами попрощаться. Компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное время, за проявленный интерес, и будем рады дальнейшему сотрудничеству. Всего доброго!